Поэтому давайте в заключение споем песню, которая, в принципе, отражает то, что сейчас происходит с Артемом Троицким, да и не только с ним. Идея такая, что существует такая, как я называю, такой госбульдозер, который запускается на человека, чтобы его всячески раздавить. Вот. Ну, это совершенно незаконно и преступно, но такие вещи происходят. Ну, в народе называется «Был бы человек, а статья найдется». Бульдозерные выставки, 1974 год. Что? Бульдозерные выставки, помните? Так, она так называется, госбульдозер.